холодное фрезерование, битумная эмульсия, выравнивающий слой и на десерт щебеночно-мастичный асфальтобетон. По такой технологии в Самаре вот уже 5 лет закатывают новые дороги. Сегодня на очереди улица Земица, она соединяет поселок Чкаловский с остальным Кировским районом. Дорога уже давно находится в зоне внимания губернатора и Министерства транспорта Самарской области, не за горами чемпионат мира по футболу 2018 года. И город-организатор должен предстать перед гостями во всей красе. Объем работ впечатляет. Только в этом году в работе 26 улиц общей протяженностью около 30 километров. Ремонт коснется всех, без исключения районов города. К реконструкции подошли по-хозяйски. В зависимости от автомобильного потока работы ведутся в разное время суток. Здесь нет большого движения общественного транспорта и грузовых автомобилей, в связи с чем работу можно проводить в дневное время суток. В центре города работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать проблем для движения автомобилей в городе. Качество выполненных работ проверяют вручную. За техникой идет контролер с инструментом. Брак исправляют на месте. Проверяется ровность дорожного покрытия с помощью так называемой универсальной дорожной рейки «Кондор». Специалист идет, где обнаруживаются какие-то, допустим, просадки или неровности с помощью там, добавки определенного количества асфальтобетонных смесей. Эта неровность устраняется и заново закатывается. Эта технология ремонта в Самаре уже себя зарекомендовала. По ней приведены в порядок улицы Агибалова, Спортивная, Ульяновская, Вилоновская и Самарская. Срок службы по гарантии 5 лет. На ряде участков комплексно отремонтированы улично-дорожные сети, где этой весной были выявлены гарантийные дефекты. Подрядные организации уже приступили к ремонту. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.